Рассказ о Давуде, мир ему, упоминание о его достоинствах и указание на его пророчество. Давуд, мир ему, был рабом и пророком Аллаха, по воле которого он стал царем в Иерусалиме. После того, как Давуд, мир ему, убил Джалута, израильтяне полюбили его и захотели, чтобы он стал их царем, и он стал им после Талута. До него цари израильтян всегда принадлежали к одному колену, а пророки к другому. Аллах же сделал его не только царем, но и пророком, и даровал ему благо в обоих мирах. Аллах Всевышний сказал, Давуд убил Джалута, и Аллах даровал ему царство и мудрость, и научил его тому, чему пожелал. Если бы не сдерживал Аллах одних людей посредством других, на земле непременно распространилось бы нечестие, но Аллах милостив к обитателям миров. Сура 2, аят 251. Это значит, что если бы Аллах не делал царей правителями, то сильные притесняли бы слабых. Вот почему в одном из хадисов сказано, что правитель является тенью Аллаха на его земле, а повелитель правоверных Усман ибн Афан, да будет доволен им Аллах, сказал, поистине, посредством правителя Аллах удерживает от того, от чего не удерживает посредством Корана. Давуд мир ему сам зарабатывал себе на пропитание. Аллах Всевышний сказал, мы даровали Давуду милость от нас и сказали, о горы и птицы, славьте Аллаха вместе с ним, и мы размягчили для него железо. Мы сказали, делай длинные кольчуги и подбирай кольца по размеру, совершайте праведные дела. Здесь Аллах обращается к Давуду мир ему и членам его рода. «Поистине вижу я все, что вы творите» — сура 34, аяты 10 и 11. Аллах Всевышний также сказал, «И мы подчинили горы и птиц, чтобы они славили Аллаха вместе с Давудом. Все это делали мы, и мы научили его» — здесь имеется в виду пророк Давуд, мир ему — «изготовлять для вас кольчуги, чтобы они защищали вас в сражениях ваших, но станете ли вы благодарны?» Сура 21, аяты 79 и 80. «Аллах помог ему делать кольчуги из железа, чтобы его бойцы были защищены от врагов, и научил его, как изготовлять их». Аль-Хасан, Аль-Басри, Катада и Аль-Амаш говорили, что Аллах размягчал для него железо, и он мог скручивать его рукой, не нуждаясь ни в огне, ни в молоте. Катада сказал, он первым стал изготовлять кольчуги – тогда как раньше доспехи делались из металлических пластин. Ибн Шоузап сказал, он ежедневно делал одну кольчугу и продавал ее за шесть тысяч дирхемов. Передаются слов Аль-Мигдама, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал, поистине, лучшей является та еда, на которую человек заработал своим трудом, и поистине, пророк Аллаха Давуд питался тем, на что он зарабатывал своим трудом. Бухари номер 2072, Насай, том 7, страница 241, Ахмат, том 6, страница 42. Словословие Давуда. Мир ему. Аллах Всевышний сказал, Проявляй терпение, когда слышишь, что они говорят, и вспоминай нашего раба Давуда, обладавшего силой. Поистине, он всегда обращался к Аллаху. Поистине, мы заставляли горы прославлять нас вместе с ним в послеполуденное время и по утрам, а также собранных птиц, и они, то есть горы и птицы. Подчинялись Давуду, мы укрепили его царство и даровали ему мудрость и способность выносить окончательное решение. Сура 38, Аяты 17 по 20. Муджахид сказал, здесь под силой подразумевается сила поклонения, и это значит, что он был силен в поклонении и совершении праведных дел. Тавсир Табари, том 23, страница 86. Катада сказал, ему была дарована сила в поклонении и понимании религии единобожия, там же. Сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал «Любимой молитвой Аллаха является молитва Давуда, а любимым постом Аллаха является пост Давуда, который спал половину ночи и молился третью, а потом спал шестую часть ночи. Постился же он через день и не бежал от врага, когда встречал его». Бухари номер 3420, Муслим номер 1109. Аллах Всевышний сказал Поистине, мы заставляли горы прославлять нас вместе с Ним в послеполуденное время и по утрам, а также собранных птиц, и они подчинялись Давуду. И здесь имеется в виду, что Он прославлял Аллаха в начале и конце дня. Аллах наделил Давуда таким прекрасным голосом, какого не было ни у кого другого, и когда он, на распев, читал свое Писание, птицы зависали в воздухе, подпевая ему, и прославляя Аллаха вместе с ним. Кроме того, того, ему вторили горы, которые также прославляли Аллаха вместе с ним по утрам и вечерам. Сообщается, что Убайт ибн Умайр сказал, «Давут, мир ему, часто брал арфу и играл на ней, читая псалмы а эхо его голоса возвращалось к нему. Он имел в виду, что Давуд плакал, слыша эхо своего голоса, который заставлял плакать и других людей. Абд ар Разак номер 4165, Ибн Асакир, том 17, страницы 100 и 101. Сообщается, что Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала, «Однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, услышал голос Абу Мусы, который читал Коран, и сказал, «А Абу Мусе была дарована свирель, так пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, назвал красивый голос Абу Мусы Аль-Ашари, да будет доволен им Аллах. Из числа свирелей семейства Давуда. Здесь имеется в виду голос самого Давуда: мир ему. Ахмад, том 6, страница 37, Насай, том 2, страница 180 и другие. Передают, что Усман Ан-Нахди сказал: Мне приходилось слышать лютню и свирель, но я никогда не слышал голоса приятнее, чем голос Абу Мусы Аль-Ашари. Сообщается, что Давуд очень быстро читал псалмы своим мелодичным голосом передаются слов о Хурайры, да будет доволен им Аллах, что Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: чтение псалмов было облегчено для Давуда, мир ему. Часто бывало так, что Давуд приказывал седлать своих верховых животных, и пока их седлали, он успевал прочесть Коран. Питался же он лишь тем, на что зарабатывал своим трудом. Ахмад, том 2, страница 314, Бухари номер 3417. Здесь под Коран нам подразумеваются псалмы, которые были неспосланы ему свыше в Откровении, ибо в Коране сказано: А Давуду мы даровали псалмы. Сура 4, аят 163. В Тавсире мы приводим хадис, в котором сообщается, что псалмы были неспосланы ему в Рамадане. Ахмад, том 4, страница 107, Тавсир Табари, номер 2821, и другие Достоверный Хадис. Давуд, мир ему, был царем и пророком. Аллах Всевышний сказал, мы укрепили его царство и даровали ему мудрость и способность выносить окончательное решение, то есть мы даровали ему великую власть. Как считает Ибн Джарир, под мудростью здесь подразумевается пророчество. Покаяние Давуда, мир ему. Аллах Всевышний сказал, «Дошла ли до тебя весть о тех двоих, которые вели тяжбу друг с другом? Когда они перелезли через стену молельни и вошли к Давуду, он испугался их. Тогда они сказали, «Не бойся, ибо мы двое тяжущихся. Один из нас обошелся с другим несправедливо, так рассуди же нас по правде, не отступай от справедливости и укажи нам верный путь». Потом один из них сказал, «Поистине, у этого моего брата по вере есть 99 овец, у меня же только одна овца. Он сказал, отдай ее мне, и одолел меня в споре. Давуд сказал, он поступил несправедливо, потребовав присоединить твою овцу к своим овцам. Поистине, многие партнеры поступают друг с другом несправедливо, за исключением тех, которые уверовали и совершали праведные дела, однако таких мало. Тогда Давуд убедился, что мы только испытывали его, и попросил прощения у своего Господа, и склонился в земном поклоне, и обратился к Аллаху с покаянием. И мы простили ему это, ибо поистине он близок к нам, и уготовано ему прекрасное место возвращения. Сура 38, аят из 21 по 25. Здесь многие толкователи приводят всевозможные рассказы и сообщения, в большинстве своем заимствованные у израильтян. Среди них есть сообщения, ложность которых не вызывает сомнений, и поэтому мы не стали приводить их и ограничились тем, что сказано в Великом Коране. Мнение имамов относительно обязательности совершения земного поклона во время чтения суры «Сад» разделились. Ниже приводятся некоторые указания, имеющие отношение к этому вопросу. Передаются слов Аль-Аввама, что он задал Муджахиду вопрос о том, следует ли совершать земной поклон во время чтения суры «Сад». И тот сказал, «Я спросил Ибн Аббаса, на основании чего ты совершил земной поклон, читая суру «Сад». Он сказал, «Разве ты ты не читаешь аяты, в которых сказано, а из потомков Ибрахима мы вели прямым путем Давуда, Сулеймана, Айюба, Юсуфа и Харуна, а не те, кого Аллах вел прямым путем, следуй же их руководству. Сура 6, аяты с 84 по 89. Давуд являлся одним из тех, руководству которых было велено следовать вашему пророку, да благословит его Аллах и да приветствует. Давуд, мир ему, совершал такой поклон, и его совершал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует. Бухари номер 4807. Сообщается, что о совершении земного поклона во время чтения суры Сад Ибн Аббас сказал, совершать этот земной поклон не обязательно, но я видел, как по посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, кланялся, читая ее. Ахмад, том 1, страница 359, Бухари, номер 3422 и другие. Передаются слов Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, что однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, совершил земной поклон, читая Суру Сад, а потом сказал, Давуд совершил земной поклон в знак покаяния, а мы совершили его в знак благодарности на сайе номер 11438 и другие сообщается что Абу Саид аль-Худри да будет доволен им Аллах сказал однажды посланник Аллаха да благословит его Аллах и да приветствует, который стоял на Минбаре, возвышение в мечети, с которого имам произносит проповедь худбу. Читал Суру Сад. Дойдя до того аята, в котором упоминается о земном поклоне, он спустился и совершил земной поклон, и люди совершили его вместе с ним. Когда он читал эту Суру в другой день и дошел до того же аята, люди приготовились к совершению земного поклона, но посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал, «Этот земной поклон был совершен пророком только в знак покаяния, однако я вижу, что вы уже приготовились». После чего спустился с Минбара и совершил его. Абу Давуд номер 1410. И Банхибан номер 2765. Сообщается, что Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, сказал однажды к пророку, да благословит его Аллах и да приветствует, пришел какой-то человек и сказал, «О посланник Аллаха, поистине мне приснилось, что я молился за каким-то деревом и прочитал аят, в котором упоминается о земном поклоне, и дерево совершило земной поклон вместе со мной, и я услышал, как во время этого земного поклона оно говорит, «О Аллах, запиши мне у себя на Граду за этот земной поклон, и сделай его моим запасом, который будет храниться у тебя, и сними за него с меня бремя греха, и прими его от меня, как принял ты его от твоего раба Давуда». И я увидел, как пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, встал и прочел аят, в котором упоминается о земном поклоне, а потом совершил земной поклон, и я услышал, как во время этого земного поклона он говорит то же, что, как рассказал этот человек, говорило дерево, термизи номер 579, ибн Маджа номер 1053, достоверный хадис. Аллах Всевышний сказал, и мы простили ему это, ибо поистине он близок к нам и уготовано ему прекрасное место возвращения. Это значит, что Давуд будет близок к Аллаху в день воскресения, на что указывает и тот хадис, в котором сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал, справедливые будут находиться на минбарах из света по правую руку от милостивого, а правыми являются обе его руки и это те, которые придерживались справедливости по отношению к своим семьям и в делах правления, и во всем, что бы от них не зависело. Муслим номер 1827. Аллах Всевышний сказал, «О Давуд, поистине мы поставили тебя правителем на земле, так верши же суд среди людей по справедливости и не следуй страстям, ибо они собьют тебя с пути Аллаха. Поистине тем, кто сойдет с пути Аллаха, уготованы тяжкие муки за то, что они забыли о дне расчета». Сура 38, аят 26. В этом аяте приводятся слова, с которыми Аллах Всевышний обратился к Давуду, и здесь имеются в виду правители. Аллах велел им придерживаться справедливости, исследовать не мнением людей или собственным страстям, а истине, которая была неспослана им свыше, и обратился с угрозами к тем, кто последует иным путем. Достоинство Давуда, мир ему и некоторые его высказывания. Давуд, мир ему, служил примером для своих современников, ибо всегда придерживался справедливости и постоянно занимался различными видами поклонения, как и члены его семьи, поклонявшиеся Аллаху днем и ночью, ибо Аллах Всевышний сказал «О люди из рода Давуда, трудитесь и воздавайте Господу благодарность, но мало благодарных среди рабов моих» Сура 34, аят 13. В жизни описании Давуда ибн Асакир приводит много прекрасных высказываний этого пророка. Так, например, Давуд, мир ему, сказал, «Относись к сироте, как милосердный отец, и знай, что посеешь, то и пожнешь». Он также сказал, «Глупый проповедник, выступающий в собрании людей, подобен певцу, поющему у изголовья покойника». Он также сказал, «Сколь отвратительна бедность после богатства, однако еще отвратительнее заблуждение после правильного пути». Он также сказал, «Находясь в обществе людей, Обращай внимание на такие упоминания о твоих делах, которые ты не хотел бы услышать, и не поступай так, когда будешь один. Он также сказал, ни в коем случае не давай своему брату обещаний, которых ты не выполнишь, ибо поистине это приведет к вражде между вами упоминание о сроке жизни и кончине Давуда, мир ему. В одном из хадисов о сотворении Адама, мир ему, который приводился нами ранее, сообщается, что когда Аллах извлек из чресел Адама его потомство, тот увидел среди своих потомков пророков, мир им, а среди них он увидел человека, от которого исходило сияние. Адам спросил, «О Господь мой, кто это?» Аллах сказал, «Твой сын, Давуд». Адам спросил, «А сколько лет Жизни ты определил ему. Аллах сказал 60 лет. Адам попросил увеличь срок его жизни. Аллах сказал, нет, разве что я увеличу срок его жизни за счет твоей. Адаму было определено жить тысячу лет, из которых Аллах отдал Давуду сорок, и когда жизнь Адама подошла к концу, к нему явился ангел смерти, которому он сказал, мне осталось жить еще сорок лет, ибо Адам забыл о том, что он подарил своему сыну Давуду.